Всем привет, качайте лаунч Револьва вместе с голосовым чатом по моей ссылке в описании. Также регистрируйте аккаунт на промокод #Лепар, чтобы получить бесконечные материалы, кучу вертов и других бонусов. Всем приятного просмотра. Что со звуками? Я же не один это слышу. Я ж не шизик. Они как будто моментальны, у них нету этой, как она называется, никакого дилея. Я реально либо давно сам в ней играл, либо, ну, у меня что-то со звуками явно не то. Ой, почти чела убил. Что? Я не успел выйти из текстуры, чел мне через стену Сайлента, и он две тычки дал. А патроны где? У меня просто пропали патроны. Закинь меня к ним, я всех тут прибью нахуй. Я надеюсь, это на видосе тоже видно, иначе я буду просто как шизик выглядеть. Может, это УГС багнуто? Ну-ка, вот здесь я вообще его выключу. Ух ты, блядь. Да, это УГС багнуто, ну как же без него играть невозможно. Вот эти звуки с М4 прекрасные. Зато сразу понимаешь, что ты не один на тере. Я даже не знаю, что хуже. Звуки с DLM или вот это вот. Понятно. Я, пожалуй, все-таки верну обратно. Во-во-во, вы слышали? Я вообще вот выстрел давно сделал, а... Ладно. Ой, я его забрал. О, это синдром. Давай после. Я только хотел сказать, ебать, посмотрите, куда чел залез, чисто прирожденный ДНК воин. Вам вообще поебать? Какой же я криворукий. Я не знаю, но эти фраги все так смешно выглядят из-за того, что они просто с дилеем умирают. Точнее, стрельба идет. Ой, в пизду. Что это, блядь? Как же им весело, как им всем нравится. Это просто пиздец, зомби мод сюрвайвал. Слепую. Че, мне вот этих пойти разъебать? Но этих я разъебал. Да везде, везде эти баррикады стоят. Что за... А, это... Это Рифа. Ошалеть, приколы, конечно. Я его не... Не, ну вот эта баррикада, это то, что надо вовремя. Он, кстати, приехал. Не, ну я видел, как вы это делаете, так что... Тебе лучше было смотреть свои границы. Ой, нет, стреляю. Они реально мне жизнь спасли. Наконец-то это закончилось. Ну да, у людей там миллиарды, миллионы фрагов, чисто потому что, ну, чел стрелялся на ОГ, грубо говоря.